Китайская компания JAC представили свой новый бюджетный кроссовер QX PHEV на гибридной тяге. Модель получила богатое оснащение, увеличенный запас хода и экономичную силовую установку. Электронику и мультимедийную систему для кроссовера разработали в Huawei. Кроссовер создан на базе JAC Cycle QX и является первым подзаряжаемым гибридом в истории китайского бренда. Это среднеразмерная модель с широкой решеткой радиатора, двухэтажной оптикой и рельефными боковинами. Задняя часть имеет два выхлопных патрубка, высоко расположенный стоп-сигнал и фонари сквозного типа. Гибридная модель оснащена 1,5-литровым 110-сильным бензиновым 4-цилиндровым двигателем и электромотором общей мощностью 204 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея на 21,7 кВт-часов позволяет проехать 120 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,3 литров на 100 км. Расход топлива только на бензиновом моторе составляет 5,4 литра на 100 км пути. Разгон до 100 км в час занимает 7,3 секунд. Общий запас хода равен 1300 км по официальной информации производителя. Центральная консоль упрощена, она получила минимальное количество физических кнопок. В стандартную комплектацию салона входит 12,3-дюймовая панель приборов и с такой же диагональю центральный экран управления. Автомобильная система работает под управлением HiCar от Huawei. Поддерживается распознавание голоса, которое реализуется с помощью языковой модели искусственного интеллекта IFLYTEK. Реализована усовершенствованная система помощи при вождении второго уровня, которая включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выходе из полосы движения и помощь в удержании полосы движения. Мультимедийную систему с голосовым управлением и системой активной безопасности для JAC QX разработали в Huawei. JAC QX поддерживает быструю зарядку. Быстрая зарядка постоянным током мощностью 26 кВт занимает всего 26 минут от 30 до 80%. Мощность обычной зарядки составляет 7 кВт, полная зарядка занимает 3,5 часа. Заряда хватит, чтобы проехать 120 км на чистом электричестве. Он также поддерживает зарядку по расписанию через удаленное приложение. Новый автомобиль предлагает три режима движения – экономичный, стандартный и спортивный, а также два режима для подзаряжаемого гибрида – EV – чистый электрический и HEV – гибридный. Компактный гибридный кроссовер с размерами. Длина 4605 мм, ширина 1890, высота 1700, колесная база 2720 мм. Диски на 19 дюймов официально поступят в продажу в ближайшее время. Там мы и узнаем больше о этой новинке. Цены пока не объявлены компанией, но по неофициальным данным китайских СМИ, его цена составит от 129 900 до 149 900 юаней, что соответствует от 17 800 до 20 500 долларов. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятна и вдохновит для нового творческого развития. До скорой встречи!